И жители Златоуста просят вернуть доступ к аварийному мосту. Он единственная дорога в поселок Кировский. С требованием убрать заградительные конструкции люди пришли на встречу с управлением ЖКХ, территориального отдела и ГИБДД. Пожалуйста, есть официальный документ, мы обязаны администрации принять меры соответствующие. А нам-то какие меры принять? Фадеевский мост – единственная автомобильная переправа через Тесьму, и на прошлой неделе она оказалась заблокирована. Местные жители находятся буквально в безвыходном положении. Двое детей в садике. Садик находится наверху. Как мне проходить? Вот так вокруг через 28-й магазин идти ребенка в мороз тащить в садик. Ни скорая не может проехать, ни пожарная машина. Как вообще нам жить здесь, существовать? Мост пришлось закрыть после обследования специалистов. Его состояние критическое. Конструкция может обрушиться даже под собственным весом. Но этот аргумент люди и слышать не хотят, ведь проезд по объездной занимает много сил и времени. У меня крюк получается плюсом 10 километров. Данная дорога, которую они предусмотрели, она не в проезжем состоянии также. По габаритам не проходит. Съезд в бок уже для машин с низкой посадкой недопустимо. Потому что там уже сядешь. Вместе с новой кратчайшей дорогой люди ищут и альтернативные пути выхода из ситуации. Мы сейчас вот обсудили все жалобы, замечания, которые возникают в связи с этой ситуацией. Много очень разумных предложений поступило. Мы сейчас систематизируем, будем, соответственно, на уровне администрации эти вопросы прорабатывать, решать. Одно из таких предложений – построить временную переправу, пока на основной будет идти ремонт.